Привет всем, кто наблюдает за моими блогами, за моими влогами и кто недавно присоединился к этому. Сегодня я для вас подготовила очумительную тему, очень актуальную. Это не просто про гардероб, а про разумный, правильный гардероб и во что стоит вложиться в гардеробе. Потому что начнем с того, что сейчас время такого перелома, не самого простого времени, да, когда старое что-то рухнуло, новое еще не построилось, и люди еще не понимают вообще, что происходит. Поэтому, да, в своей массе людей не всем до гардероба, не все задумываются о том, там, как выглядеть, потому что многие вообще там выживают. Но я скажу, что есть такие люди, которые даже в такие моменты непростые, они развиваются и внутренне, и внешне. И я скажу, что многие согласятся и поддержат то, что в настоящем мире внешний вид, ну вот как ты выглядишь, что ты несешь, какое впечатление ты производишь на людей, очень важен. Потому что попросту у людей сейчас даже мышление становится вот у нас, оно становится короче, оно становится, ну, клиповое мышление, когда ты уже фильм не 3 часа можешь смотреть, а 1,5 часа и запомнить информацию. Поэтому восприятие людей, оно сужается там до 10 секунд, и ты через свой фильтр пропускаешь внешность человека, и если он проходит, ты уже готов узнать, что у него внутри, какой у него внутренний мир. И поэтому я считаю, что ваш внешний образ, ваш визуал очень важен и очень актуален в сегодняшний день. Я нашла интересную статью и формулу от издателя, точнее редактора издания Harper's Bazaar, и она предложила такой математический вариант, с помощью которого можно вычислить реальную стоимость вашей вещи или потенциально той потенциальной вещи, которую вы хотите купить. И формула состоит из того, что реальная стоимость вещи равна ее цене, деленный на то количество раз, сколько вы уже одели ее, надели, или вы ее наденете, предположительно, сколько раз. Вот, например, берем, мы стоим в магазине и думаем, что мне купить, джинсы за 70 евро или платье за 70 евро. Я прикидываю, что если я одеваю, например, это платье 3 раза в месяц, то получается 70 разделить на 3 в месяц выходит 23,3. Получается реальная стоимость этого платья 23 евро и 3. А джинсы я надену 2 раза в неделю в течение месяца. Итого получается 8 раз в месяц. 70 разделить на 8. И сколько это будет? Это будет 8,5 евро. И получается, мы делаем такой вывод, что джинсы будут более выгодной покупкой. Но нужно учитывать особенности своего гардероба, свои личные моменты. Например, у вас много джинс и вообще нету платья. Тогда может быть выбор сделан в пользу платья. Или учитывать также свои роли, чем ты занимаешься по жизни. Например, если ты молодая девушка, и ты свободная такая невеста, и у тебя задача привлечь мужчину, естественно, мужчинам больше нравятся женственные образы, платья, такая утонченность, красота женская. И, возможно, тоже платье будет выгодной покупкой. Но я вам привела такой пример, и это уже решать вам. Можно услышать от людей, что инвестируют только в какие-то дорогие вечерние наряды, в шубы, что-то эксклюзивное. Но на обычных повседневных вещах можно сэкономить. Что-то купить попроще, похуже, подешевле. И я тут готова поспорить, потому что нет смысла инвестировать в то, что ты очень редко носишь. Ну, за исключением того, что у тебя действительно могут быть такие финансовые потоки, что ты можешь себе позволять и
много роскошных вечерних вещей, которые ты надеваешь на какие-то исключительные случаи, при этом покупать тоже хорошую базу и повседневные вещи. Ну и еще вариант, что вы действительно яркая персона, публичная личность, вы любите внимание, вы любите, так сказать, сверкать, то тоже действительно можно покупать такие вещи и нужно покупать такие вещи. Но я за то, чтобы люди и в casual вещи, которые носят каждый день, вкладывали денежку, рационально к этому подходили, понимая, что на них будет качественная вещь, которой они будут пользоваться ежедневно, и при этом качество будет сохраняться, и ты будешь пользоваться не один сезон, а несколько лет. Можно купить майку, сэкономить, например, или водолазку за 15-20 евро на зиму или лето, неважно, и надеть ее 7 раз, постирать ее 7 раз, и она превратится в полное Г с катышками, там она деформируется и потеряет свой изначальный вид. То есть получается 20 где-то по 3 раза, да, в неделю, а нет, например, 7 раз в 3 месяца. Ну и получается, да, 2,85 где-то евро стоит водолазка. А можно приобрести водолазку, например, за 50 евро в том же КОС. Вот я обожаю, там очень качество, так сказать, уважается и в приоритете этого магазина. В КОСе можно покупать очень классные базовые вещи, футболки, водолазки, блузы из хорошего состава, натурального. И, например, она будет, да, стоить 50 евро, и мы будем надевать ее 3 месяца в течение 3 месяцев 2 раза в неделю. Получается, та же самая стоимость где-то будет 2,08, даже немного дешевле выйдет, чем реальная стоимость водолазки, чем синтетическая водолазка за 20 евро. Но она будет в отличном состоянии после стирки, и вы можете пользоваться не только на протяжении одного сезона, а на протяжении годов. И также можно последний пример привести: сумка за 800 евро. То есть адекватная реальная стоимость сумки для вас примерно 15 евро за день, там, за носку, да? Чтобы эта сумка вам купилась, вы должны ее надеть раз 160, например. Если вы носите ее через день, то это где-то 320 дней. Получается, это около года нужно ее проносить, использовать, чтобы она полностью окупилась. И вывод, то есть если вы собираетесь покупать какую-то более качественную и более дорогую вещь, то выбирайте более гибкие в актуальности, более подходящие к вашему гардеробу, более такие классические базовые вещи, которые вы можете носить повседневно, которые будут удобны вам в носке и которые будут находиться вообще вне времени и моды все время. Ну, под такие понятия подходят как дизайнерские сумки, это туфли-лодочки, это какие-то аксессуары, шарфы, митинги, украшения, часы, это тренчи, это пальто. Начнем, наверное, с верхней одежды. Это будет тренч, это будет пальто, например, из кашемира в стиле Макс Мара. И я скажу, что такие вещи, это классика, она года, даже, может, на десятилетия, потому что постоянно в каждом сезоне мы видим изменения длины, но сам предмет одежды всегда остается в коллекциях. Я считаю, что просто обязательно нужно вложиться, например, даже в одно хорошее пальто, которое будет вам служить много сезонов, и потратиться на него примерно там, да, 1000-2000 евро, и наслаждаться ноской, и наслаждаться визуальным, дорогим, красивым видом. Это must have. Пиджаки и блейзеры вообще занимают отдельную часть моего гардероба. Я люблю этот предмет гардероба и считаю, что если есть возможность, инвестировать можно.
например, вот на мне такой роскошный, красивый блейзер Balenciaga. Я его купила, как только он вышел в новой коллекции, и с ним у меня связаны вообще очень яркие моменты в моей жизни. Милан, неделя моды, это было все классно. Я очень часто его надевала и летом, и осенью, и зимой. И даже когда спустя там полгода после выпуска коллекции завезли в тканевые магазины такую ткань Balenciaga, много кто вообще себе шил пиджаки, ну, как а-ля Balenciaga из такой же ткани. Ну, я скажу, что я не против этого, я за, потому что это классно, это клево вообще, когда ты задаешь какой-то тренд или показываешь какую-то красивую вещь, и люди это принимают, они хотят тоже такое классное и красивое. Так что да, раньше я, конечно, наверное, лет 5 назад бесилась, когда там близкие подружки просто слизывали с меня образы. Это немножко странновато выглядело. Вот. Но сейчас я рада, когда люди видят красоту на мне, во мне, и они интересуются, они хотят даже немножко подражать. Это клево. Значит, есть успех. И, конечно, хочется поговорить вообще о сумках, о дизайнерских сумках. И мы начнем с Hermès, с Birkin и Kelly. И этот бренд действительно, он дорогой, он статусный. Это такая великая, интересная, захватывающая легенда, и об этом можно очень долго рассказывать. Ну, я скажу, что да, даже сейчас в период пандемии люди, у которых есть возможность, рассматривают сумки Hermès как инвестицию, потому что если брать во внимание там лимитированные коллекции, какие-то более редкие сумки из там страусиной кожи или крокодиловой кожи, то они не то что продаются по тем же ценам там через 10 лет, как ее купили, а даже дороже, на аукционах они продаются, и действительно есть люди, которые охотятся за ними, которые любят эти сумки. Ну, если брать сегодняшний момент 2020, то, наверное, инвестиция это будет разумная, если у вас действительно все в порядке. Я надеюсь, что вы понимаете, что в такие сумки, я так считаю, что в такие сумки инвестируют люди, когда это, наверное, 5% от всего капитала или даже меньше. То есть это не 90% капитала, это не 50, не 30, даже не 5. То есть купить, например, себе сумку и наполовину того, что у тебя есть от твоего капитала, я думаю, что это немножко глуповато было бы. И еще такой интересный прикол хочу рассказать. Вот мы недавно встречались с другом, и он рассказал, что Дрейк это такой рэпер просто американский, и у него еще нету жены, и он купил коллекцию Birkin, уже поставил в гардероб своей будущей жены, будущей невесты, и такое показал всем, вот, типа, моей будущей уже готова коллекция Birkin. Забавная история, да? Кому-то очень повезет. И даже сейчас статистика показывает, что Birkin набирает обороты, и в Китае после снятия вот этих жестких мер по карантину просто прибыль в бутике Hermès подскочила так, состоятельные китайцы решились вложиться еще по-крупному. Ну, я на самом деле скажу, что я за люкс, я люблю люкс, я реально испытываю наслаждение, когда ты покупаешь себе какую-то статусную вещь-легенду, и я за это, но когда это разумно, когда это, так сказать, правильный рациональный подход к покупке. Я не против. Так, давайте поговорим о Chanel.
Я думаю, что, наверное, классически у всех представляется модель 2.55. Это такая стеганая классика, которая уже давно на рынке, которую давно выпускают Дом Шанел. Но я хочу отметить такой яркий, очень желанный новый пирожок от Дома Шанел. Это сумка 19. Она создана Лагерфельдом еще до 19 года в честь дня рождения Габриэль. И эта сумка, она немного по-другому выглядит. Там более стежки, они находятся более, так сказать, шире от друг друга, и ромбы получаются более большие, кожа более мягкая, и эта сумка такая воздушная, ну, действительно, вот как пирожковая классика, которая пришла в Дом Шанел, и сейчас все хотят заполучить эту сумку, мне она тоже действительно очень приглянулась, и мне очень нравится комбинация фурнитуры, когда используют и золотую, и серебряную фурнитуру, и она такая винтажная, она не блестящая, она такая дорогая, и я без ума. Хочу вам еще рассказать про модель Vogue в Chanel. У меня есть такая сумочка, она небольшая, но она настолько универсальная, я ее использую со многими нарядами, она небольшого размера. Я ее ношу и с кроссовками, и с ботинками, и с кедами, и с вечерним платьем, с лодочками. То есть она настолько действительно подходящая ко всему, поэтому я считаю, что это действительно выгодная покупка. Я ее купила давно, наверное, лет 7 назад, 8. И да, она требует ухода, чтобы она выглядела красиво там, через года. Я делала, там, так сказать, обновление ее, уход, в химчистках это делают. И она мне служит, я ее очень люблю, и я думаю, что она более доступна, ну, в Доме Шанел, потому что действительно сумки большие, они стоят немаленьких вложений, а Vogue она немного доступнее. А если говорить о других марках и брать, например, очень качающую New Bottega, то действительно хочется упомянуть о этой сумке The Pouch. Это сумка-пирожок, сумка-вареник, пельмень, как ее только не называют. И она сейчас выпускается абсолютно в разных цветах, разных размерах. Она выпускается с чейн, с цепью, выпускается с ручкой такой, которая уже сливается вместе с этой сумкой, но мне больше всего нравится вариант с цепью. Это очень-очень эффектно смотрится, очень по-новому. Я люблю золото, я люблю цепи. Смотрится экстравагантно и привлекает определенное внимание. Это я люблю. Поэтому я предлагаю обратить внимание на этот бренд, потому что действительно он сейчас на пике. Он на пике популярности. Я думаю, что в ближайшие года он тоже будет оставаться на тех же позициях. Также есть сумка Cassette у Bottega. Она довольно классическая, она тоже немного, есть вариант объемный, есть плоский вариант. Но если вы рассчитываете покупать люксовую сумку, чтобы вложиться, да, в такую сумку. Если вы планируете рассматривать более бюджетные варианты, то я зашла на Farfetch, я прошерстила все и посмотрела, что мне понравилось, что мне по душе вообще из сумок среднего сегмента. Я покажу вам на картинках, вот. И я прикреплю ссылки снизу видео, на моем канале YouTube вы сможете прочекать, все это посмотреть. Еще хочу сказать про несколько сумок, в которые были вложены деньги, и я не прогадала с ними, потому что они также универсальны, как моя Vogue Chanel. Я их часто использую, часто с ними путешествую, часто их миксую с разными вещами. Они подходят очень ко многим образам, ко многим лукам в моем гардеробе. Они очень удобные, эти сумки.
Вот такая вот Balenciaga, она небольшого размера, она среднего размера, и она очень вместительная. Сюда очень много можно засунуть вещичек, но при этом она не небольшая. Хоть она и с золотом, но она вообще подходит абсолютно под многие кроссовки, под тоненькие красивые лодочки, под босоножки. То есть и для вечернего выхода, и для ежедневной носки она мне тоже очень замечательно, успешно служит. Следующая сумка – это Dior Diorama. И я привожу в пример именно ее. Сейчас есть новые модели тоже такого прямоугольного вида. Но я хочу сказать, что она такая нейтральная, у нее нету какого-то большого такого лого. Она подходит, вот даже темная фурнитура, она подходит под разную фурнитуру, и серебряную, и золотую, и с ботинками, и такая и готика стайл, и такой и натуральный стайл, и драма. То есть ты можешь носить ее вечером и повседневно. Она тоже очень универсально, поэтому я считаю, что в такие вещи, которые ты можешь использовать так часто, есть разумность вкладываться. Ну, я не хочу приводить пример, например, Saddleback, потому что с этой сумкой, ну, действительно, она мне нравится, она, ну, она актуальна, она классная, но я не так часто ее ношу, и Saddleback, она, наверное, уже стала настолько популярной, ее многие там носят, что действительно, наверное, как-то немножко отошла на второй фон, хотя я ее тоже люблю, но вот чтобы в нее вкладываться, ну, немножко, мне кажется, она поднадоела. А вот такая диорама, которая тоже, наверное, года 4-3, может быть, года, она для меня актуальна, она для меня не теряет интереса, потому что она такая незаменимая и универсальная. А теперь плавно переходим к обуви, и я, наверное, начну с классики. Это лодочки. Лодочки – это базовый вообще предмет гардероба женщины. Они нужны всегда в базовом цвете, бежевый и черный. Ну, Кристиан Лабутан, да, это классика. У всех они как типа должны быть. Но я скажу, что да, действительно, Кристиан Лабутан – это та обувь, в которой нога просто выглядит, она выглядит потрясающе, она выглядит утонченно, у тебя такой красивый подъем сразу. Но вот дело все в подъеме. Если у вас развит подъем, и нога становится, то есть, ну, как бы, вот очень, так сказать, высоко, вы не испытываете никакого давления и дискомфорта, это один вопрос. Но если, например, вы не занимались художественной гимнастикой в детстве, у вас не сильно развит подъем, то действительно передвигаться на такой обуви стоит сил моральных и физических. Вот так вот выглядит подъем. Я обожаю эти туфли, как они смотрятся на ноге. То ли это они такие красивые, то ли у меня такие ножки красивые. Но они красивые, да, как есть выражение такое, красота требует жертв. Сначала ты их надеваешь, вроде бы все хорошо, а под вечер ты, конечно, чувствуешь этот подъем. Я могу в них ходить, но иногда я, конечно, испытываю желание переодеть их. Хочу посоветовать более удобные лодочки. В Christian Louboutin, наверное, это каблук 10 сантиметров и ниже, потому что там подъем будет ниже, будет удобнее носить их. Но вообще у Valentino, у Gianvito Rossi очень удобные лодочки. Вот Gianvito Rossi. Видите, у них подъем меньше, чем и каблук меньше. Вот здесь, наверное, 10, а здесь 12. И в них намного удобнее ходить, передвигаться, вообще плясать весь вечер, даже ночь. Но один нюанс, вот этот пластик, он жестковат, и есть такой лайфхак. Нужно намазать ноги маслом, и даже я на самом деле и с этими туфлями это делаю.
и просто вставить, чтобы тебе пальцы вот так въехали, и все окей было, ничего не загиналось и не доставляло дискомфорта. В общем, мне нравятся Джанвита и Росси, они удобные. Мне нравится Валентина. Я думаю, что, наверное, я у Валентины приобрету черные классические лодочки. Еще хочу сказать про босоножки базовые. Это, знаете, такие босоножки, они тоже могут быть с таким каблуком, могут быть с толстым каблуком, они с тоненькой такой застежкой на щиколотке и с тоненькой полосочкой на пальчиках. Это и черный, и бежевый цвет, они базовые, они должны быть в гардеробе. У меня есть классные босоножки от River Island. И да, по-моему, River Island. Коллаборация с Рианой, да. Я их покупала на выпускной в 9 классе, и они до сих пор, это сколько лет прошло-то? 9? И меня до сих пор спрашивают, что это за классные босоножки. Они кожаные, они с золотой красивой пряжкой в стиле Versace. И я купила за 10 тысяч рублей в 9 классе. Я помню, я их в Польше купила. И я скажу, что я могла бы купить, например, где-нибудь в Страдивариусе, да, там за 2000 рублей или за 1500. Но эти босоножки бы уже бы непонятно во что превратились. Я купила, да, в 9 классе за... Возможно, сейчас это будет странно звучать, ну, для людей, которые сейчас в школе учатся, потому что многие позволяют себе более дорогую обувь. Но на данный момент, 9 лет назад, не все мои одноклассницы покупали себе туфли за 10 тысяч. И я вложилась удачно, потому что я в них хожу и испытываю наслаждение, когда я в них хожу. Я приведу тоже примеры. Я на Farfetch'е нашла очень классные очень классные босоножки также от Джанвита Росси и тоже итальянский бренд. Я оставлю на другой итальянский бренд тоже ссылки под описанием этого видео в инфобоксе. Я думаю, что вы все это найдете. И тогда пару слов о Заре. Девочки, действительно, в Заре начала появляться хорошая, классная, качественная кожаная обувь. Она стоит не 2000 рублей, она стоит, наверное, от 5000 рублей. И действительно классный, красивый подъем, красивый каблук, кожа такая приятная, качественная. Так что я предлагаю даже и в Заре поглядывать на обувь, например, какие-нибудь босоножки в стиле Bottega, которые сейчас уже продаются. Вот, к примеру, такие. Это очень актуальный вариант для лета. И можно на период непонятного времени 2020 и вот в ближайшие года использовать действительно качественный масс-маркет, как Zara. Хочу еще поделиться очень важным моментом про каблук и про заграницу. Я люблю на самом деле ездить в очень красивые города, и как ни странно, это, ну, постройки, архитектура прошлых веков, и там лежит брусчатка. Поэтому в основном там, в Италии, во Франции очень удобно, когда у тебя более толстый каблук. И я думаю, что, ну, я буду путешествовать, девчонки будут со мной путешествовать, или кто-то будет приезжать, что на всяких таких модных мероприятиях, где нужно передвигаться быстро, и ты хочешь использовать каблук, то, конечно, по брусчатке топать в более толстом каблуке и безопасно, и тебе не скрежет душу то, что у тебя стирается каблук. А это действительно важно. Соблюдать вот этот, точнее, поддерживать этот баланс во время разных мероприятий. Вот, например, у меня есть Аквазура, итальянский бренд. Я еще не очень много раз надевала, но вообще очень подходящий каблук. И они, конечно, очень такие секси, провокационные, и рост. В общем, и ананас тут такой золотой. Очень красиво выглядят. Вот такой вот момент. Учитывайте, если вам нравится путешествовать, если вы там, французская душа там, или итальянская, то действительно на брусчатке лучше каблук потолще.
Хочу поговорить о ботинках, и начнем тоже с люкса, начнем с Ботеги. Ботега просто потрясающие, одновременно и такие классические, и гранжовые ботинки, еще с прошлых сезонов, и они до сих пор на пике популярности, я думаю, что в будущем они будут актуальны. Я уже давно испытываю любовь к толстой подошве, потому что это огромное удобство, когда ты ходишь пешком, особенно за границей. Это очень сильно амортизирует твое движение, и ноги, например, не так сильно устают. И правильные ботинки, они не сильно тяжелые, то есть подошва не сильно тяжелая в правильных качественных ботинках. Если говорить о среднем сегменте, то это, наверное, Martens. И я думаю, что многие знают качество этой марки, она уже давно на рынке. Я обожаю свои Martens, я и летом, и зимой в них хожу, и даже на мероприятии я на показ Gucci ходила в Martens, надевала вот эти ленты от кроссовок Gucci. То есть они могут быть и парадными, красивыми, и одновременно гранжовыми. Вы можете такую какую-то готику создать, одеться с кожаной курткой, тоже будет актуально и очень классно смотреться. И опять Zara. Девочки, я купила классные сапоги в Zara в стиле Prada. Я еще узнала, что они есть, когда была в России. В России они стоят, по-моему, 10 тысяч рублей. Я их купила в Испании за 100 евро. Они кожаные, они классного качества, они не тяжелые, в них ничего не парится, нога себя чувствует комфортно, уютно, все хорошо. И они действительно визуально выглядят как ботинки, сапоги Prada, вот эти неуловимые, которые невозможно вообще нигде достать. И не то, что, да, они стоят значительно дороже, но их действительно, когда есть ажиотаж, их просто было не достать. И почему нет? Ты приходишь и покупаешь аналогично визуально красивые ботинки в той же Заре, вообще просто в десятки раз дешевле. Я их приобрела, и я очень довольна. Сейчас я вам покажу их. Вот. Это просто, это пушка. Это бешеные ботинки. Мне они очень нравятся. Тут их, правда, нужно немножко подмазать. Но они, конечно, крутые. Здесь на такой шнуровке, здесь замок. Все спокойно расстегивается, удобно надевается. Я люблю, и еще вообще люблю Zara тем, что у них... Они просто, это топ-вышка. Вот этот масс-маркет, они такую систему вообще клиентскую сделали. Ты можешь купить в Барселоне ботинки. Я их надела, я полетела в Марбелью на юг, и то есть я их уже надела. Я купила 38 размер, я прошлась в них и поняла, что мне, наверное, лучше больше взять немножко размер, там наполовинку. Я прилетела в Марбелью, взяла ботинки, взяла чек, пришла в магазин, и мне в магазине уже в совсем другом городе поменяли на 39 размер. Просто спасибо большое, что такое существует в мире. Надеюсь, что и другие компании будут создавать такой клиентский сервис. Просто респект. Далее переходим к кроссовкам. Мне по душе больше классические кеды в стиле Converse. Сейчас, если говорить о люкс-сегменте, Prada выпустила очень классную пародию на Converse, качественную, в таких пастельных тонах, которые подойдут абсолютно к любому образу. Образу жизни человека. Ты можешь и учиться в них, и работать в них, и гулять в них, и ходить в кафешку. Но если говорить о более демократичных, да, марках, то действительно это Converse, а почему нет? Я прям фанатела в свое время, когда в школе училась от Converse, у меня были розовые Converse, и я думаю, что я бы приобрела беленькие себе кроссовочки. Хочу с вами поделиться кроссовками. И я в них тоже и в теплое время года, и в холодное время года, где я только в них не была. Они тоже очень удобные. Есть такие еще ботинки от Gucci, более высокие, такие, знаете, для гор.
очень актуально. В общем, это вот эти кроссовки, как бы там ни говорили, что они какие-то там громоздкие и так далее, они не выглядят сильно громоздкие, как Balenciaga, и они удобные, в них не ощущается никакого там особо веса, в них очень удобно вообще где-либо путешествовать, хоть это природа, хоть это старинный город. И еще очень классная вещь, что у меня есть эти нарядные ремешки. Я могу надеть нарядные ремешки, пойти вообще в ресторан в них. А могу их снять и для повседневной носки использовать. То есть я вот эти ботинки реально отработала уже, потому что я в них ходила очень часто, очень много, они мне очень нравятся. Хочу сказать про ремни, потому что ремни — это такое место особое в гардеробе, и ты их можешь носить, использовать очень много времени, года, даже десятилетия, качественные, хорошие ремни. Лучше вложиться в два классных ремня, например, какой-то, да, можно яркий какой-то или натуральный какой-то цвет, другой, более, ну, классический какой-то ремень, да, который ко всему подходит, но не покупать каждый сезон себе в каком-нибудь Страдивариусе или там еще где-то в H&M какой-нибудь ремень там за 1000 рублей, который разлезется, нитки будут торчать, то есть это вообще так нельзя, так не надо делать. Нужно покупать качественный, классный кожаный ремень, может быть, это даже будет какая-то недорогая марка или ноунейм вообще, но он будет кожаный, вы понимаете? Это, например, вот в Италии ты приезжаешь на озеро Комо, куда-нибудь в Белладжо, и ты идешь, и там магазинчик, но он, в принципе, ноунейм. Но там просто лучшие шелковые кашемировые платки. Просто роскошные. И стоят они не 700 евро, а 70 евро. Вот поэтому я хочу сказать, что можно найти качественные ремни и приобрести их не за заоблачные цены. Далее. И моя любимая тема – ювелирка и часы. Я свою историю начала сразу с люкса. Я купила себе часы Hublot лет 6 назад, лет 7, может, даже назад уже надо посмотреть, какой это год был. Когда у тебя есть действительно реальная возможность, это небольшая сумма от твоего общего капитала, я за то, чтобы покупать роскошные, красивые, качественные, люксовые, статусные, мировые часы. Мне очень нравятся и другие люксовые марки, например, как Rolex, и я обязательно как-нибудь пополню коллекцию этими часами, да, когда будет время. Но пока я не пополнила себе коллекцию, у меня есть действительно очень красивые, демократичные, ну, они не демократичные, выглядят они красиво и достойно, но марка сама демократичная. Это марка Nixon, это часы из такой нержавеющей стали, они золотого цвета. Они 32 миллиметра, как роликсы, которые я хочу. И циферблат у них такой темно-глубоко-лазурный, такой зеленый цвет переливается. То есть на руке, когда ты надеваешь их, ну, кажется со стороны, что это 32-миллиметровые роликсы. Они смотрятся очень аккуратно, очень изящно на руке. И я довольна этой покупкой, потому что они стоили... Ох, боже, раскрываю все свои секреты. Они стоили 100 евро. Ну, мы приблизились к ювелирке. Ювелирка — это такое понятие. Вы понимаете, что это драгоценные металлы, это драгоценные камни. И она будет всегда актуальна. Это просто вопрос времени. Сейчас действительно непонятное время, чтобы бежать и покупать там себе браслеты Cartier или аналогичные бренды самого высокого сегмента. Но, как говорила Габриэль Шанель,
классное мастерство, и это даже талант. Это даже талант уметь перемешивать драгоценности и бижутерию, когда люди даже не понимают, что это натуральный жемчуг или это не натуральный искусственный жемчуг от Шанел. Она всегда миксовала свои украшения вместе с бижутерией, той же Zara и H&M. Есть разные цепочки, разные а-ля винтажные украшения. Многие фэшнисты, блогеры, люди, которые имеют отношение к моде, они используют из этих магазинов разную красоту. Вот. И я предлагаю вам тоже обратить внимание на это, потому что действительно это работает. Использовать в такие непростые времена бижутерию. Да даже в простые времена, непростые вообще бижутерия, это тоже очень классная штука, которая выполняет свою роль. Ну, в общем, все, это конец всего видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Это вообще полезная информация для вас. И вы по-другому посмотрите вообще на идею что-то делать с собой внешне. И по-другому посмотрите на то, как собирать свой гардероб, как относиться к покупке, как относиться даже к денежкам. Целую вас. Пока.